Москва, представляющий страну Кыргызстан и клуб «Таймураз». Приветствуем Жалдошева Адылбека. Ребят, сейчас нам понадобится очень-очень громко болеть за нашего следующего участника, потому что противостоять ему будет Дмитрий Зеленецкий из города Балашиха, представляющий клуб «Выпил», дамы и господа. Первый полуфинал. Итак, дамы и господа, Жалдошев Адылбек, город Москва, страна Кыргызстан, клуб «Таймураз». И Зеленецкий Дмитрий, город Балашиха, клуб «Выпил». Первый полуфинал, друзья. Сейчас будет жарко, очень жарко, нужна ваша поддержка. И давайте уже выберем, за кого болеем. Давайте, Адылбек Жалдошев, тишина, и Дмитрий Зеленецкий. Ну, чувствуется, Дима, по крайней мере, фанаты на твоей стороне. Итак, первый раунд. Продержание спортсменов только что показал недюжинную силу. Адылбек. Молчим, давайте поддержим наших спортсменов. Итак, Адылбек Жалдошев и Дмитрий Зеленецкий. Давайте поддержим наших спортсменов, друзья. Thank you.
слово предоставляется главному судье сегодняшних соревнований, Власник Валерий Валентинович. Четыре минуты. Досрочную победу одержал Адылбек Жалдошев. И вышел в финал. Итак, у нас определился первый финалист.